Здравствуйте, вы на канале Infok, и сегодня мы посмотрим подборку новых дорам, в которых главную роль сыграет актер Хо Мин Хао. Вся информация о дорамах есть в описании под видео. Первая дорама называется «Возрождение великой мечты». В дораме 26 эпизодов в жанре приключения романтика сянся. Главные мужские роли сыграют актеры Хо Мин Хао и Тян Дзя Жуй, а главные женские роли сыграют актрисы Чэн Сяо и Чэнь Дулин. Дораме нам покажут историю, которая произошла после того, как умерла богиня, которая управляла людьми и демонами. После ее смерти в мир людей ворвались демоны и начали всех убивать, в результате чего в мире людей начался хаос. Глава демонов, взяв на себя инициативу сдаться, и предложил помощь императорскому двору, сформировал бюро по охоте на монстров, чтобы выслеживать их и подавлять хаос. Первая серия к данной дораме запланирована на 2024 год. Вторая дорама называется «Под властью нелюдей 2» в дораме 12 эпизодов в жанре боевые искусства, уся фэнтези, комедия, приключения. Главные мужские роли сыграют актеры Пэн Юй Чан и Хо Мин Хао, а главные женские роли сыграют актрисы Вэн Ти и Ван Ин Лу. Во втором сезоне нам покажут, как главные герои будут участвовать в замечательном событии в сверхъестественном мире, где существа обмениваются боевыми искусствами и соревнуются за власть. Точной даты выхода дорамы пока еще нет. Третья дорама называется «Путешествие на запад. Страна дочерей» в дораме 36 эпизодов в жанре экшен-приключения фэнтези. Главные мужские роли сыграют актеры Хо Мин Хао и Ао Цюань, а главную женскую роль сыграет актриса Бай Лу. В дораме нам покажут историю молодого парня, который случайно наткнулся на королевство, которое спрятано в горах, но особенность этого королевства была в том, что в нем проживают одни только женщины. В результате чего парень вынужден жениться на одной из женщин этого королевства. Точной даты выхода дорамы пока еще нет, но известно, что в сентябре 2017 года завершили съемки и на целых 6 лет дораму заморозили. Но в октябре 2023 года в сети начали массово появляться фото и видео со съемок данной дорамы. Это может означать, что в ближайшее время дораму выпустят в эфир. Четвертая дорама называется «Сяо Яо» в дораме 40 эпизодов в жанре уся романтика фэнтези. Главную мужскую роль сыграет актер Хо Мин Хао, а главную женскую роль сыграет актриса Тань Цунь Юнь. В дораме нам покажут историю девушки по имени Сяо Яо, которая отправляется в фантастическое путешествие в долину 10 тысяч демонов, тем самым переворачивая мир демонов с ног на голову. Первая серия к данной дораме запланирована на 2025 год. Пятая дорама называется «Класс чтения» в дораме 40 эпизодов в жанре романтика. Главную мужскую роль сыграет актер Хо Мин Хао, а главную женскую роль сыграет актриса Сун Цзуэр. В дораме нам покажут историю умной и начитанной девушки, которая заключает контракт со знаменитостью, который должен поддержать имидж хорошего ученика. Она тайно учила его и помогла подготовиться к появлению на телешоу «Класс чтения». Точной даты выхода дорамы пока еще нет, потому как 31 августа 2023 года актрису Сун Цзуэр обвинили в неуплате налогов и в конечном итоге дораму заморозили. С того момента прошел уже практически целый год. Будем надеяться, что что-то изменится и дораму все же выпустят в эфир. Шестая дорама называется «Просто прошу о любви в этой жизни» в дораме 60 эпизодов в жанре фэнтези-мистика-драма-романтика. Главную мужскую роль сыграет актер Хо Мин Хао, а главную женскую роль должна была сыграть актриса Джен Шуан, но в 2021 году она была замешана в крупном скандале, поэтому ее исключили из данного проекта. В драме нам покажут историю любви между духом кошки и охотником за духами. Точной даты выхода дорамы пока еще нет, потому как главную актрису исключили из проекта, а замену ей пока еще не нашли. Седьмая дорама называется «Любовь в облаках» в дораме 40 эпизодов в жанре романтика-приключения, фэнтези, сянся, экшен. Главную мужскую роль сыграет актер Хо Мин Хао, а главную женскую роль сыграет актриса Лу Юй Сяо. В дораме нам покажут историю богини войны, которая была отравлена и ищет противоядие. Переодевшись нежной и очаровательной танцовщицей, она заманивает в любовную ловушку распутника-отравителя, чтобы заполучить лекарство. Однако он также скрывает свою истинную натуру, притворяясь, что попал в ее сеть, и эти двое начинают играть в забавную игру друг с другом. Точной даты выхода дорамы пока еще нет.
А также он сыграет гостевую роль в дораме «Лиса сваха Джо Уе», которая запланирована на 2024 год. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось и до встречи в следующем ролике. Всем пока!